Здравствуйте, зрители и подписчики. Сегодня у нас 12 декабря 2017 года. Нахожусь я на своей пасеке. Уже сегодня здесь был посмотреть, так как с утра тепло было. Думал, что пчелы вылезут на лед. Отставил в некоторых ульев доски приставные, были летки закрытые, так как собирался ехать в районный центр по делам, но не получилось. Короче, у нас мост через Припять переломался, были понтоны, сейчас эти понтоны разобрали, понтонный мост, пришлось вернуться назад. Понтон поставили, половину военная, половину МЧСовская. Короче, военные свою половину забрали, разобрали эти понтоны. И вот сказали, что только после 5 сообщений откроется у нас через речку. Уже после 5 бессмысленно ехать, так как хотел на СТО заехать, машину там по подвеске диагностику провести, запчастей прикупить. Вот вернулся я до дома, зашел на пасеку посмотреть, а тут у меня все в пчелах. С утра только в пару семьях было видно, пчелы немного вылазили, а сейчас буквально все вышли на облет. Еще вчера лежал снег, лед на лужах был, все это за ночь растало, исчезло. Передавали сегодня тепла до 11. Нахожусь я на юге Беларуси, на границе с Украиной. Но у нас здесь постоянно тепло, так как Полесская низина, неизменность. И вот буквально все ульи вышли на облет. В одном только не видно, там вот, что фиолетовый по центру кадра. А так, в общем, все вышли. Ульи стоят у меня на север летками. Может быть, если на юг стояли, так еще бы раньше вылезли. Но на север хорошо летом, не перегревается, так как солнце не печет улитки. Я думал, что облета особо не будет, покуда прогреется воздух. А жены вышли. Последний облет был у нас где-то месяц назад. Уже даже не надеемся, что будет. Ну тогда меньше пчел вылазили, сейчас совсем много вышли. Сейчас более такой дружный. Видно, что уже морозики были, да, холода. Наверное, по траве особо топтаться-то не надо. Пчелы сидят. Одно плохо, что подмерзают, где на металле садятся. Упала пчела на землю. Конечно, что и на мне он сидит. Это пчелы попримерзали малость. Солнца особо нет, он на горизонте видно. Так что поверхности холодные. Ну вот где дерево, так оно теплое. Металл, кирпич. Даже вот этот техноликоль и тот холодноватый. Здесь почти не выходят пчелы, здесь тоже то же самое. Но вот эти все остальные семьи по этому роду облетываются. Баксфос тоже сидят покуда. Ну вот здесь более дружный облет. Это такая семейка, что и рано роится, и более-менее лед у них вечно ранний. В желтом тоже не видно особо. В том тоже. Ну, вот таких ульях, где темной краской крашеные, более облетывается.
Много на земле пчел бегаем. Подмерзшие, плохо, конечно. Пойду посажу. Ай, полетела. Вот в этом улье облетик дружный. Эта порода наша местная. Погоды особо не боятся. Больше мы топтаться не будем особо, чтобы не давить пчел на земле. Их то на земле немного, но все равно попадается. Конечно, в такое время облет это, наверное, первый раз за все годы. Сейчас 12 у нас декабря. 12-12-2017 год. Буквально во всех ульях, конечно, хорошо облетятся. На который то процент. Пропаде, конечно. То, что земля холодная. Еще напомню, вчера снег лежал. Мороз был. По северу Беларуси сейчас снег будет лежать. А у нас тут так на курорте вечно тепло. На город завтра поеду, наверное. Порешаю дела свои там. Хотя сегодня уже день был отведен мне. Перекинем на завтра. В связи с мостом гаишников море по дороге. Так что приходится внимательно ездить. Вот эти уже даже под мор вычищают. Было все время, только-только первый вылет, сразу они улей чистят. Вот. Наша местная пчела самое лучшее, то что породистые особо-то мне не нравится. Хорошо у них только то, что не роятся они так. Вот если взять этот сезон по меду, так баксфосты только в начале сезона дали. Немного так. А наша местная порода, то и осенью был мед у них в надставках и в гнезде. И летом нормально. Единственное, что роятся сильно. Также злобливые. Много им дыма приходится давать. Некоторые пишут в комментарии, что а закуриваю, ну. Без дыма их невозможно просто глядеть. Если не покурить их буквально минут 5, они все будут наверху и на самом пчеловоде. Баксфост то спокойно сидят, открываешь без дыма даже. Ничего, ну по медосбору они мне не понравились особо так. Думаю, на этот год попробовать сделать шикарнику. Вот плохо пчелы подмерзают все-таки. Еле-еле полетела. Я бы мне советовал садиться. Вот жало выпустила. Пойду посажу где-нибудь на крышу такую. Чтоб прогрелась куда. Уже тут нарубирует. На старый этот. Солнце немного прогрело, может огреться. Ну вот такой сегодня хороший денек, похоже. И наши пчелки перед основной зимовкой облетелись. Так, конечно, хорошо. Активно облятываются вот эти вот, вон ты и в синем, в этом атуле.
Остальные мало вышли, но все равно вышли. Это, наверное, те, что я больше утеплю, так они и вышли на облет. А вот этих прохладно так сидят, не вылазят. Мы и на этом будем заканчивать. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Смотрите мои видео новые. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.